Что такое связь для меня? Хороший вопрос. Связь — это возможность оставаться в контакте, даже когда ты на расстоянии. Я путешествую по всему миру, и за последние годы я посетил 36 стран. Однажды в Испании со мной вышел на связь молодой парень и предложил мне попробовать Dream Sim. Сначала я не понимал, что это за штука, как она работает, но она оказалась такой простой, что теперь в любой стране она всегда со мной. Мамуля, мы на озере. Тут очень красиво. Интересно, да, звучит Dream Sim? Типа симка мечта. Что она мне дает? Свободу. Это связь повсюду. Я могу не заморачиваться по поводу связи или интернета, где бы я ни находился. Я просто выхожу на связь. Это возможность делиться эмоциями на расстоянии. Это то, что объединяет нас с близкими за тысячи километров. Связь — это очень сильная, глубокая вещь. So beautiful park. Буду там сидеть. Опять же, нас тоже.